Европа и США осудили попытку госпереворота в Турции, призвали к сдержанности при наказании мятежников. В Евросоюзе предупредили, что предложение вернуть в страну смертную казнь угрожает диалогу между Анкарой и Брюсселем, в том числе о вступлении страны в Евросоюз. Между тем стало известно, что в этом году туркам безвизовый режим не предоставят. Накануне в Брюсселе встретились 28 министров иностранных дел стран Евросоюза. Это было плановое, последнее перед летними каникулами заседание. И главной темой стали новости из Турции. Перед началом заседания в Брюсселе за неформальным завтраком встретились Джон Керри и Федерико Могерини. Глава европейской дипломатии напомнила, в ночь, когда стало известно о перевороте, она первой заявила, что надо защищать законные институты страны. Вопрос только в том, какими средствами. Никакая страна не может быть членом Евросоюза, если на ее территории разрешена смертная казнь. Это предельно ясно, это основа основ. Здесь нет никаких сомнений. И в самом деле принятый в 2002 году протокол номер 13 к Европейской конвенции о защите прав человека категорически запрещает применение высшей меры наказания. Турция – член НАТО и ключевой партнер Европейского Союза. Мы целиком и полностью поддерживаем избранную власть в Турции. Но также мы настойчиво призываем правительство сохранять спокойствие, высокие стандарты демократии и уважение к закону. Мы поддерживаем желание справедливо наказать заговорщиков, но исключительно в рамках демократического правового поля. Поддержали эту позицию дипломаты из Австрии и Германии. Немцы заявили, что если Анкара вернет смертную казнь, на переговорах о ее вступлении в ЕС можно будет смело поставить крест. Германия и Европейский Союз имеют четкую позицию. Мы категорически выступаем против смертной казни. Страна, в которой она есть, не может быть членом Европейского Союза. О возможности вернуть в Турцию высшую меру наказания ранее объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, парламент должен рассмотреть это предложение, если этого требует народ. Напомню, смертную казнь в Турции отменили 12 лет назад в ходе переговоров о вступлении в Евросоюз. Арман Ижанов, Асим Айсахип, Жулдуз Амангельдиева, 24 KZ.